Добрый вечер, дорогие земляки и гости Республики Алтай. Мы рады вас приветствовать на торжественном вечере, посвященный Дню гор 2013 года. Жақсылықты өмірді, қару-жерлестер, айыншылар, біздерді Алтай тұрғындары деп айрамыз толқып тұрмыз. В этот вечер мы очень рады приветствовать всех участников межрегиональной конференции «Горное партнерство». Итоги и перспективы работ для горных сообществ и природы, которые с утра работали по подведению итогов за 10 лет и планированию новых работ во благо гор и горных сообществ. Сегодня мы также собрались, чтобы подвести итоги и отметить победителей фотоконкурса «Люди и горы», который проводился в рамках празднования Международного дня гор 2012-го. В 2003 году Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций огласила учреждение Международного дня гор. Этот праздник широко празднуется 11 декабря всеми горными регионами и странами мира, в том числе и в Республике Алтай, который является членом горного партнерства с 2002 года. Почему горы важны для всего человечества? Потому что горы включают огромное разнообразие рельефа, климата, флоры и фауны, а также разнообразие известных человечеству культур. Горы по своему геологическому строению – наиболее сложные элементы внутренних структур Земли. В горах сосредоточено более половины мировых запасов пресной воды, а также значительная часть древесины, полезных ископаемых и пастбищных земель. В различных культурах и религиях мира они являются местом обитания богов для общества в целом, источником духовности, источником наслаждения, мифов, легенд, психологического успокоения и вдохновения. Горы и возвышенности занимают 50% территории России. Урал, Камчатка, Алтай. Горный Алтай, как и все горные регионы России, обладает богатейшими и разнообразными природными ресурсами, биологическими, минеральными, водными, имеет богатое культурное наследие. Вот почему горы важны всем нам. Вот почему Республика Алтай вступила и работает в международном горном партнерстве для сохранения и развития горной территории. И возродится Алтай. Алтай Туулар, Кырлар, Алтай Туулар. Мы назвали нашу концертную программу «Алтай Туулар», то есть «Горы Алтая». Алтайское слово «Туулар» также означает «зарождаться», «возрождаться». Мы верим в вечные небеса, Тенгри, в свои вечные горы, и что они будут помогать нам сохраниться, возрождаться и развиваться. Мы люди гор, и для нас лучший гор могут быть только горы. Итак, встречайте участников уникальной концертной программы «Алтай Туулар», заслуженный артист Республики Алтай, заслуженный артист Российской Федерации, исполнитель традиционного алтайского горного пения «Хай» Болот Байрышев. И встречайте мультиинструменталист, композитор, аранжировщик, автор песен, руководитель этно-рок-группы «Белуха Джан» Алексей Чичаков и участники группы «Белуха Джан» Андрей Кудрявцов, бас-гитара. Петр Ермолаев, баян. И Антон Питер, барабаны. Удачи, удачи.